Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу немножко вам рассказать про наш обновленный тур «Великолепная семерка» и «Казань». В этом туре вы посетите такие города, как Ростов-на-Дону, Воронеж, Муром, Нижний Новгород, Казань. Кстати, в этом туре мы сделали 3 ночи в Казани, и вы будете жить в самом центре, 10 минут пешком от Казанского Кремля. Остров Град-Свияжск, Йошкар-Ола, Волгоград, снова Ростов и возвращение в Крым. В ходе экскурсии вы увидите знаменитую набережную Ростова-на-Дону, набережную Ушакова. В Воронеже вы увидите известный на весь мир корабль Петра I «Гота Предестинация». Также вы сможете прислониться к мощам Петра и Февронии, это покровители семьи брака в городе Муром. В Нижнем Новгороде посетите Нижегородский Кремль. В Казани, кстати, у нас еще есть одно нововведение, это ужин с национальными танцами «Казан-шоу». Побываете на острове Граде-Свияжск, кстати, это первая военная крепость Ивана Грозного, с помощью которого он впоследствии взял город Казань. Невероятный по своей красоте город Йошкар-Ола, который, уж поверьте мне, впечатлит вас, и это не преувеличение. Ну и в завершении тура вы побываете в мужественном, непобедимом городе Герои Волгоград. Посетите музей панораму «Сталинградская битва» и «Мамаев курган». Звоните, пишите, приобретайте наши туры.